Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать про свой велосипед, на чем я катаюсь. Вот. Это не будет прямо обзор, вот все конкретно не буду ничего рассказывать. Просто вкратце расскажу, что как, вот, что мне понравилось, что дополнительного установил. Вот. Пользуюсь я велосипедом с начала сентября этого года, 18-го. Вот. Получается, что у нас самое главное, это амортизаторы. Задний 210 заявлено разработчиками, вот, X-Fusion. Вполне неплохой, но бывает после трейлов он разбалтывается, и тут появляется небольшой люфт. Надо подкручивать. Вот. В принципе, он устраивает, но я думаю, можно поменять на воздушку. Вот. Потом передняя вилка. Вот. Покажи. Двухкоронная манитударада. Вот, более-менее нормально, тоже 210 ход. Очень такая неплохая, мне вот в принципе нравится. Самое главное тут это колеса 27, как я и хотел, не 29, не 26, 27, это сейчас самое оптимальное. Стоят у меня Maxxis Minion первые, вот тут размер 27,5 на 2,6, вот. Качаю я их на трейлах обычно 2 атмосферы, вот. Сейчас у нас ноябрь, конечно, снег идет. Не очень кататься, но что есть. Тормоза. Вот, тоже мне очень нравится. Ротора вроде бы 180 миллиметров, насколько я помню, ротора. Четырехпоршневые тормоза. Вот. Ну, на гонке в Канте они, конечно, немного перегревались, но вот, слейты, тектора, вот, все как надо. Вот. Держат они, в принципе, неплохо. Вот есть настройки. Вот. Можно под себя настроить ход. Очень удобно, вот. Пока еще я не менял у них жидкость, но думаю, в следующем году уже поменяю жидкость. Вот, что еще могу сказать. Седло у меня стоит обычное, стандартное. Пневмо подсидел, пока не ставил еще. Пока не вижу смысла, вот на стандартном я езжу. Вот, мне очень нравится. Пневмо у меня, ну, как бы, если купить пневмо, надо покупать хороший, дорогой. Вот, что еще тут? Из дополнительного, что я сюда уже поставил, это защита здесь. Поскольку тут крыло нельзя поставить, гориллы нету, вот. Пришлось вот так делать. Так самое оптимальное. Камни особо не попадают и вообще неплохо. Вот что еще могу сказать. Педали, очень интересные педали. С шипами такими, очень острыми. Вот. Я уже ногу себе пробил этими шипами. Было очень весело. Что еще? Вот у меня... Я, конечно же, у меня успокоитель. Это для меня самое главное. Вот, все нормально. Потом, это защита пера сверху и снизу. Вот, я поставил, в Сокольниках брал, в галерее спорта. Вот, это очень полезно, потому что цепь даже с успокоителем, она прыгает и бьет обраму. Вот, самое главное нововведение, это задняя кассета была поменена. Стоял что-то там 28-я вроде, я поставил, или 25-я даже, я поставил вроде 34-ю, точно уже не помню, вот. Переключатель Shimano Z, вот, обалденный просто, отлично переключает. И, кстати, покрышки у меня вот, камеры внутри стоят спортивные, вот. Самое, что главное на спортивных. Я, ну, многие просто задают вопрос, без камерка у меня или нет. Отвечаю, вот у меня камеры стоят. Поэтому, в принципе, это все, что могу сказать. Покупал велосипед я в Триале. Вот грипсы, вот у меня стандартные стоят. Вот еще, что я думаю поменять, это вынос руля. Вот, потому что маленький, я побольше поставил, чтобы руль был подальше. Вот. Покупал сам в Триале за 178 тысяч. Вот. Сейчас не скидка, но не знаю, можно их сейчас найти или нет в Триале, уже продаются ли они. Вот так, в принципе, меня велосипед устраивает. Как бы уже следующим летом мы в Краснодар поедем на Сабурбаш кататься. И в Геленджик поедем, в Новороссийск, Сочи. Будем уже нормально наваливать. Ну вот, это все, что я хотел сказать про велосипед. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.